Всем привет! С вами Ксения Плющик на канале UL Times TV. Сегодня, в первой половине дня, мы поприветствовали наших новых первокурсников. Ну а сейчас настало время отправиться на празднование Дня нефтяника. Пойдем посмотрим! Привет, студенты Сибирского федерального университета! Прямо у меня за спиной находится море игровых и всяких спортивных площадок. Это что? Это День нефтяника. И вы, наверное, это уже понимаете. Самое крутое, самое профессиональное, самое узконаправленное мероприятие, которое славится своей непредсказуемостью, неадекватностью, ну и, конечно же, море позитива. Кто не пришел, тот будет сожалеть, а кто пришел, тот получит масса эмоций. Спасибо всем и ждем вас в следующем году. Как тебе вообще празднование Дня нефтяника? Ну, туговато, конечно, да? Я устал, а вообще очень отлично, хорошие организаторы, и организация, в принципе, хороша. Первый раз праздную так вот масштабно этот праздник, День нефтяника, и мне очень понравилось. Мы сближаемся с нашим курсом, который вот получается, первый раз видим людей, и это очень круто. Надеюсь, в следующем году будет так же круто, и я буду, надеюсь, стоять на локациях. Подошел к концу День нефтяника. Ну а завтра мы с вами встретимся на учебе. С вами была Ксения Плющик, Егор Кукла, специально для OL Times TV.